Всех приветствую, с вами Александр, я продолжаю играть модификацию ОГСЕ. Выбрался я с территории свалки в бар. У нас есть задание по ремонту пулемета для диггера. Синяк. Именно Синяком просил передать пулемет для модификации или ремонта, я уже не помню. Привет. Здорово, мужик, я от диггера Юры. Насчет пулемета. Чего? От диггера я принес его пулемет, который ты чинил. Надо переделать работу, потому что он теперь не стреляет. Какой диггер? Какой пулемет? Где я вообще нахожусь? Какой сегодня день? Пить меньше надо. В баре ты. Давай исправляй свою работу. А то диггер сделает тебе прочистку мозгов. Это я как бы не в форме. Похмелиться надо. Не то помру. Налей, а? Никаких налей. Давай чини пулемет. Я ждать не собираюсь, пока ты протрезвеешь. Так, задание обновляется. Дождаться, пока он починит пулемет. Да, смотрите, действительно что-то подкручивает. Ну что, получается? Уже получилось. Забыл пружины поставить в прошлый раз. Теперь все будет нормально. Пойду отдам оружие хозяину. Получим предмет, пулемет диггера. Да, теперь у нас есть пулемет диггера починенный. Но сейчас мы, конечно, не пойдем туда. Мы из темной долины все равно будем выбираться на локацию кордон по основному сюжету. Также в баре я вижу метку на Петренко. Именно у Петренко нужно будет получить флешку 2, которую нам необходимо, чтобы собрать карту, чтобы найти клондайк артефактов, о котором говорилось в планшете бывалого, получить вторую часть карты. Давайте попробуем сейчас пройти к Петренко. Стоять! Территория для чужих закрыта. Стой, на территорию базы долго, дороги нет, чужакам здесь нечего делать. Дружище, послушай, у меня ценная информация для твоего командира, давай как-нибудь договоримся. В принципе и можно, но услуга за услугу. Дело у меня к тебе есть, Мечено. Мне срочно понадобилось точное и совершенно бесшумное оружие. Короче, нужен арбалет. Сможешь мне принести эту вещь? Я знаю точно, что один арбалет хранится на оружейном складе. У этих говняков, анархистов-свободовцев, сумеешь выкрасть? Ну ладно, жди, достану я тебе эту хрень. Принести арбалет птичко. Да, также появляется задание на территории армейских складов. Естественно, сейчас я туда не пойду, потому что у нас еще будут дела в темной долине. А сейчас у нас остается задание, нужно отнести документы, которые мы выкрали у военных на агропроме, бармену. Также я поспрашиваю насчет других заданий в баре. Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Дымка такая, да, в баре, смотрите, присутствует. Так, это что за персонаж? Я осведомитель, торгую информацию в зоне. Продаю важные сведения, покупаю чертежи, документы, записи из лаборатории. Моя информация ценная и хорошо послужит тому, кто ей владеет. Так, я не хочу покупать информацию, я видел у тебя колоду карт. В карты я тоже не хочу. Слушай, у тебя есть интересное предложение для меня? Меченый, тут такое дело, ты случайно болты необычные не находил? Они такие же, как и простые болты, которые каждый сталкер пользуется, только светятся в темноте, словно изнутри свет идет. Хрен его знает, какие у них еще свойства появились помимо свечения. Короче, обратился ко мне один человек. Тебе его знать не обязательно, он тут в экспедицию с учеными был, где-то нарыл такой болт. Он просто уверен, что их должно быть явно больше, чем один. В общем, принимай заказы на 20 болтов минимум. Найдешь больше? Отлично, тоже тащи мне. Но за партию из 20 болтиков я тебя не обижу. Ну, скажем, 30 тысяч. По полторахе за болт. По-моему, вполне справедливо. Ну, что скажешь? Хорошо, согласен. Буду внимательно по сторонам смотреть, болты искать. Появляется задание на болты. Хорошо, посмотрим где-нибудь за ним. Здорово, Меченый. Здорово, Меченый. Принес документы с агропрома. Да, держи. Отличная документы. Работа, Меченый. Наконец документы у нас.
Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скину. Хорошо, но арена пока не интересна. По документам, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию, похожая на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта, и чтобы открыть ее, понадобится 2 электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории X-18, проникнуть в нее и добыть недостающую часть документов. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, Меченый, берешься? Да, конечно, я попробую. Вот отлично, я буду ждать. Так. Бармен, а есть какие-нибудь личные поручения? Конечно, Меченый, есть опасные, но хорошо оплачиваемые. Вот выбирай, что тебе будет по зубам. Так, друг бармена. У меня есть один друг. Он сейчас со своим отрядом в темной долине. Это отлично, именно туда я отправляюсь. Они там следят за бандитами и скидывают нам информацию. Но вот последние пару дней мой друг что-то перестал выходить на связь, хотя его ПДА работает. Меченый, сходи, глянь, может, там что-то случилось. Координаты его местонахождения я тебе скину. Берешься за дело? Я берусь. Так, и что у нас по заданию? Забрать ключ от лаборатории у Борова. То есть мы отправляемся в темную долину. Еще я смотрюсь на территории бара, может, здесь какие-то интересные квесты есть. Так, это проводник. Куда ты можешь меня отвезти? На свалку стоянку оброшенной техники не интересует. Пожалуй, я отправлюсь на свалку на блокпост долго, а с блокпоста долго я попаду в темную долину. В темной долине я уничтожил почти всех бандитов на стоянке. Также мы помним, что у нас задание есть от бармена, которое нужно выполнить. Так, нашел ты КПК Швида, отлично. Только где же он сам? Интересно, Меченый, попробуй найти моего друга, он наверняка где-то в темной долине. Поройся в записях, это должно помочь в поисках. КПК. Так, бандиты явно наглеют, у них по нашим данным уже несколько пленных долговцев. Я примерно представляю, где эти долговцы. Сегодня повезло, я нашел 3 артефакта ломоть мясо. На нас наехали свободовцы, но нам удалось дать им отпор. Так, запись номер 5. Нашу группу схватили свободовцы, отобрали у нас оружие. Они хотят отвезти нас к небольшой вышке с рядом с вагончиком и заставить достать с нее артефакты. Сами они туда не лезут, там сильная радиация. Мы пытались. Я примерно представляю, где эта вышка и что это за вагончики. Но сначала нужно решить вопрос с Боровым, забрать у него вторую ключ-карту. Да, действительно, Боров. Так, встретиться с карликом, местный фольклор. Проникнуть в лабораторию. Задание обновилось, но прежде чем спускаться в лабораторию X-18, я хочу все-таки попробовать освободить друга бармена. Выбрался я с территории лагеря бандитов с ключом от лаборатории X-18. Так. Хочу обыскать этот тайник. Там есть противопехотная мина, она нам впоследствии пригодится. Я примерно понимаю, где находятся сталкеры. Так,
меня перегруз, который захватили в плен. Как было написано в КПК бандиты. Да, вот вышка, и наблюдаем группу сталкеров. Задание обновилось, друг бармена. Пробовал я здесь решить мирным путем вопрос. Вот эти свободовцы, они теперь не свободовцы. Они, то есть, рассказали мне историю, то, что ушли из свободы. И теперь они, скажем так, бандитствуют. Хочу я попробовать установить противопехотную мину нажимного действия, чтобы попробовать эту группу обезвредить. Сталкер, помоги, нас захватили в плен, нас заперли в вагончике. Здесь есть окно. Тихо и аккуратно подойди к окну, и мы сможем поговорить. Лично так держать, нашел моего друга, попытайся вызволить его. Так, нужно попытаться поставить мину противопехотную. Надеюсь, она сработает. Так, сталкер, подойди сюда, тихо, говори тихо, чтобы не спалиться. Слушай, выручи нас, мы конкретно встряли. Эти безбашенные свободовские ренегаты нас живыми не отпустят. Они у нас в вагоне заложили взрывчатку, чтобы мы точно не сбежали. Блин, даже я не знаю, что и делать. Вручай, сталкер, в долгу не останемся. Сделай что-нибудь, пожалуйста, жить очень охота. Хорошо, постараюсь помочь. Спасибо. Сможешь сейчас напередать что-нибудь из огнестрела и патронов. Обязательно к нему. Если будем прорываться, то будет легче мне это сделать с оружием. Ну так что? Погоди, сейчас посмотрю, что я могу тебе дать. Так, забирайте вот это все. Я специально подобрал этого бандитов. На всякий пожарный случай. Так, хватит, я надеюсь. Так, попробую туда скинуть им гранату осколочную. Так, главная граната — не зацепить взрывчатку, которая находится в вагончике. Так, что, все готовы? Допрыгался, гад. Допрыгался. Ну, вроде отбились. Да не за что, всегда рад помочь. Спасибо тебе большое, сталкер, ты нам очень помог. Сейчас я тебе ничем не смогу отблагодарить, но бармен тебе за мое спасение отвалит неплохую награду. Ладно, я пошел добираться до бара своим ходом. Еще раз спасибо за спасение. Да, выполнили мы задание бармена. Противник! И теперь путь у нас лежит в лаборатории X-18. Конечно, я осмотрю всю территорию, а затем направлюсь в лабораторию. Но это уже будет в следующей части. А с вами был Александр. Всем пока.